никогда еще такого подробного мастер-класса не было. А вот это у нас... Может капнуть, если вы так долго держите, может капнуть. Главное задуматься, пишите, не задумывайся. Прямо прямая вот эта. Что думать? Вот это не надо. О! Ура! Как ощущение? Ощущение классное такое. Нет, нас всем сразу тут не успеет, не успеваешь думать. Позиция над правильными чертами. Все. Нет, в целом очень так. Вот, собственно, вот так вот оно и возникло. Вот, собственно, когда сам вот начинаешь повторять, сам себе открываешь путь, собственно, становления всего этого дела. Потому что вот под вот таких вот видений. Вот выживание, да, закругленное. Потом вот к таким вот. И дальше вот к таким. Вот весь как бы путь развития, всю эту эволюцию можно так и проследить. Знаешь ли писать вот как бы более желаниеобразно, а потом в конце вот здесь совсем вот так пишут. Вот так учат писать японских школьников в современных школах. Да, вот так кисточку поставили и вот так вот ведем. Вот получается отличная такая линия. Но если в конце так не давить, чтобы вот не образовывалась такая штучка, то вот она готова. А вот такое вот давление, оно было в династии Тан, когда вот специально было модно делать вот такие вот мощные наполняшки в конце. То есть статистические всякие разновидности. Вот, еще? Может, все-таки тут еще есть желающий? Да, давайте, пока желание, если зреет, то потом. Да, и оператор. Ну, давай я попробую. Или не хотите? Ой, страшно. Можно. Как страшно быть. Один, все прямо. Уголок. Авторский стиль. Или тут тоже без отрыва? Нет, следующая какая?
Вот у всех получается свои. Жирная пляксовый получился. А я не поняла, разве вот это было с отрывом, да, первоначально? Да, вот так вот, да? Раз, два. Пропорции поползли между элементами. Не прокинулся. Так, кто следующий? Выйти. Ну, более что ли понятно, я вам показать. Где более структура четко видна. Более современным, что ли? Или более современным кайфом. Без репетиции. Это нет, я просто только в руках движется. Фунчит. Без репетиции. Как вот это красиво. Там такое движение сразу, да? Кисть. Более как бы, модернизированный вариант, более современный. Вот. Такая композиция, прямо трехчастная. Раз, два, три. Да, и надо, чтобы это все в целом смотрелось как бы. И каждая линия не одинакова по отношению к соседям. Да, вот две похожие, но другого. Все три как бы в одну сторону, но по-разному. Эти три тоже. Здесь просто более как бы развороченный, разбросанный. Да, это стильно. Так. Леша, где они? Мужским делом занимаются исключительно женщины. Вот, да? Да, я же слепа. Так, здесь, да? Да. Эксклюзив. Я еще хочу. Все? Если никто не будет, я еще хочу. Давай, давай. Ну, тебя возвращаю. Можем это уже не снимать. Пойдет.